Сотрудники полиции Свердловской области пресекли сходку представителей криминального мира, которые собрались почтить память скончавшегося смотрящего за регионом уроженца Азербайджана Гулихмеда Султанова по кличке Вагиф Камышловский. Его называли представителем вора в законе Лоту Гули на Урале. Похороны 67-летнего Вагифа Камышловского состоялись в среду в Екатеринбурге. Султанов долгое время болел, из-за чего практически отошел от дел. Почтить его память собрались авторитеты со всей Свердловской области и соседних регионов. Поминки состоялись в кафе «Комфорт» на Уралмаше. Около 20 часов ровно в заведение прибыли сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью и вместе с ОМОНом задержали несколько десятков человек, пишет 66.ru. По словам начальника пресс-службы Главное управление МВД по Свердловской области Валерия Горелых, силовики доставили в полицию около 30 человек. Сейчас оперуполномоченные устанавливают личности задержанных и выясняют их цели. Представители криминального мира и приближенные к ним должны знать и помнить, что на Среднем Урале есть только одна сила, которая обеспечивает спокойствие и правопорядок на веренной территории, это МВД, ФСБ, Росгвардия и СК, подчеркнул Горелых. Ранее УРА.ру сообщала, что в связи со смертью Вагифа Камышловского в Свердловской области ожидают назначения нового смотрящего. В числе кандидатов на этот пост Гия Акоев по кличке Гии Свердловский, являющийся племянником Аслана Усаяна, деда Хасана, Александр Воротников по кличке Воротник, Агаяр Агаев по кличке Седой и Надир Салифов по кличке Гули. По данным источника агентства, Гули решил пока лично взять в свои руки управление денежными потоками Свердловской области.